Иду вверх по пятой дачной. Там you can rent ski for cross country. Благодать. Ой. Горку бегом. Запыхался. Свеженький лес. Ой, снег. Все бы блестит. Беленько. Что там, Поливановка? Почти по колено проваливаю здесь необхоженный. Так, надо в любом случае. Какая дорожка хорошая. Лучше выйти. Во! По колено. Точно, по колено полностью. Хорошая зарядка. Ага, вот они, родные места. О. Ёлки-палки. Вот Наташка Киселёва должна знать это место, это точно. В любом случае, я помню это место. Не для видео. Confidential information. Низко, там. Да.
Блин, пупок. Остатки лагеря пионерского. Вот он, пупок Куско. Там Саратов. Пятая дача, где-то шестая. Ах. Необычные места. Хурды.
Пугачиха, конечно, поет там. Как же быть с Пугачевой. Надо закругляться, уже замерз от этих съемок. До рождения надо бежать, Галя. Почему-то она справляется за день. Сегодня 7 февраля 2015 года. Да, пробежимся, согреемся. Надо как-то завернуть налево, чтобы обратно на 8 попасть, чтобы не угодить на 7 дачную. Не знаю, там коттедж вроде настроили. Вот. Начинается цивилизация здесь. Так называемая. Хорошие дома, плохие дома с большими заборами. Так как бы скромненько здесь живут, мягко говоря. Ничего не видел. О, хороший пример. Класс. Сынок, мы пошли на лыжах кататься. С бабкой остались. Хорошо у вас здесь. Да, отлично. Тихо. Лесок рядом. Дорога нехорошая. Чуть грязь. И все, да? Ледок. Вот это да. Сколько лет. Я тут еще старуха. И тяжеловато ходить. Она почти не выходит зимой из-за плохой дороги. Ну ладно, не сожгите себе спину солнышком. Не сожгите себе спину солнышком. От снега. Ну да. Горный загар, да, получается. Колорадо. А некоторые вроде горы как бы. Ну да, почти как Колорадо выглядит.
майдачный. Домой. Такие здесь дорожки. Просто протаптывают люди, все. Никто не убирает. И нормалек. Это нормально. Но около домов надо убирать. Я так думаю. Яшка здесь. А мне летать, охота. Что у нас? Вот ты. Здесь раньше на углу была аптека, теперь трупы продают. Вот она, Волга. А это бабушкин дом, где она жила. Самый раз. Надо как-то зайти туда. Семечки. Мне надо сфотографироваться. Вам надо? Не, я так. Не, я просто иду. Не, я просто иду. Все нормально. Раньше молочный магазин здесь был. Я не знаю, что сейчас. Ребенок. Больница. Где тетя Вера работала. Ты дальше не подходит? Это поля вот здесь такие. Здесь дома этого не было, конечно. Раньше здесь была здесь парикмахерская, злополучная. Там не рок уже, все. Что у любви у нашей села батарейка.
сердца, миру любви у нашей села батарейка. Все те же чашки, ложки, все та же в кране вода, все тот же суп без ножки, и все о том же с утра щебечет канарейка. Нет, просто мальчики раздались. И третий. Не Россия, а гимн Москвы. Нам лишь бы поорать. Третий куплет прям вообще классный.